Здравствуйте, дорогие зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий. Мы продолжаем играть в Starbound. Да. Некоторое время прошло с тех пор, как я в последний раз в нее играл, но, судя по всему, вайпа так и не случилось. Давайте посмотрим, что же у нас тут за задание. Мы должны были поставить Distress Beacon, вот этот вот. Но, думаю, мы не будем пока спешить. Для начала мы, наверное, с вами сейчас сделаем что-нибудь типа... Сделаем что-нибудь типа наковальни металлической, да? Стоп. Так, еще раз надо зайти. Хорошо, где тут наковальня? Вот. Нужен 8 Iron Bore. Это мы сделаем здесь, наверное, да? Где у меня железная руда? Где у меня железная руда? У меня было много железной руды. Вроде бы. Нет? Мало? У меня нет железной руды. Зашибись. Вот она вся. Вся, что у меня есть, железная руда. Так что, поэтому мы будем ставить все-таки Distress Beacon, скорее всего. Наверное. Не знаю даже. Давайте поставим. Оп. Опа. Привет. Ты мирная? Похоже, что нет. Твою мать, что это? Офигеть. Летающая тарелка. Она ломает дом того чувака. Так, спокойно. Не ломай дом чувака, сука. Он мне еще будет служить долго верой и правдой. Вау. Спокойно, парень. Блин, долго я буду, наверное, ковырять топориком. Так, может быть, попробовать луком. Получи, грязная тарелка. На. На, какие-то пингвины. Маньяки, мать твою. Пингвины-убийцы. Ну еще мне помахайся тут, сучка крашеная. Так, юность в койке дает о себе знать. Мы неплохо уворачиваемся от атак. Ха-ха-ха-ха-ха. Блин, мои удары ей как... Я не знаю. Как слон у дробина. Вау, она еще и землю может ломать. Фига себе, я думал, она только... Только искусственные сооружения может ломать. Пингвин, иди в жопу. Пингвин. Не убьешь меня. Что это за хрень? Птички, убейте, пожалуйста, ее. Я вас умоляю. Мы же все вместе здесь. Так, давайте передохнем. Так, ну-ка не смей ломать мой дом, сука. Тупая. Куда ты телепортнулась-то? Сыкло. Ау-ау-ау. Больно? Однако. Получи. Получи. Сучка, получи. Еще получи. Еще получи. Так, стоп. Я могу сделать... Какой-нибудь металлический, не знаю, металлическое что-нибудь. Лук, например, нет, черт, не могу. Ладно, будем выживать так. Да куда ты, ну, сука, сюда. Сюда добило мой домик, домик того Флориана. На, получай, получай, стерва, получай. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так, давай, съедим. Еще пару бинтов.
Ты не пройдешь в мой дом, стерва. О! Сломала дом мне, вот сука. Так, стоп. Стоп. Нет. Мать вашу. Не получится это у вас, слышите? Так. Нет, подруга. Нифига подобного. Ничего у вас не выйдет. Всех замурую. Так. А здесь снизу мы пройдем. Наверное. Проходи давай. Ты же, я надеюсь, не будешь на меня агриться, парень. Перед лицом общей опасности, правильно? Правильно. Или будешь? Сволочь. Я спасаю твою долбанную планету от инопланетных долбанных захватчиков, а ты... Давай. Ау! Воу. Новые тарелочки появились. Офигеть! Блин. Вот. Хрена. Больно. Она сейчас сломает мой дом. Она ломает мой дом. Ребята. А ну, вообще-то немного ей осталось, да? Довольно, кстати, хардкорный босс. Оп. Сейчас здесь появится. Ха-ха. Наплодил тут миньонов себе, сука. Тупая. Хотя она, наверное, совсем не тупая. Умнее меня. Так. Хорошо. Жизнь сильно не тратим. Стерва, на, получи. Она что, лечится, что ли? Или это показывает мне жизнь другой тарелки? Твою бать, еще тебя тут не хватало. Лети сюда, тарелочка. Буду тебя убивать. Сука, против летающей тарелки, это, конечно, шикарно, блин. Стреляй, мать твою. Да, да, она упала, стерва. Фу. Остались только эти долбаные пингвины. Иди сюда, сволочь. И ты иди сюда. Не дадут они мне свою огнестрельную технику, да? Блин, все бинты кончились, а? Офигеть. Давайте похарам что-нибудь. А ты чё летаешь тут, стерва? Отдай мне свой дух Рождества, сучка. Так, хорошо. Время выкапываться, как говорится. Да, разрушила хижину, стерва прилетела тут. Такая нехорошая тварь. Вау, парень, да полегче. Злобный пингвин. Убийца. Киборг. Нагибатор. Насильник. И так далее. Блин, придется заново тут отстраивать целый дом. Довольно затратное действие. Надо предположить. Иди сюда. Камцумир. На моя нашичка.
Хоба! Хоба! Ха-ха-ха. Как тебе? Что ты скажешь на это, грязный ублюдок? Все получили по заслугам. Да, блин, и что я получил? Heavy Powerful Molten Core. Ядро какое-то, да? Craft Metal Workstation. Что за Metal Workstation? Metal Workstation. О, нам нужна как раз металлическая наковальня, да, для этого дела. Металлическую наковальню нам нужно будет построить. Нам нужно просто еще железные руды. Понятно. Хорошо. Будет сделано. Но для начала нужно все-таки навести здесь порядок. После того, как эта стерва тут прилетела и все разрушила. Восстанавливать, не восстанавливать хижину этого доброго местного жителя. Я даже не знаю. Давайте попробуем восстановить, что ли. Он был вроде как добр к нам, хотя и не очень любезен, конечно. Так, хорошо. Восстановление ландшафта сначала, да? Окей. Потом, что это? Что это? Ага, понял. Это стены, по всей видимости. Что-то как-то их маловато, да? Получилось у меня. Это крыша. Хотя бы... Да крыши тоже не хватает, посмотрите. Так, это что? Pocket dirt. Да, это пол у нас. Так, хорошо. Сейчас восстановим пол. А, какого хрена я делаю-то, господи? Это же... Здесь же двери должны быть. А не стены. Все правильно. Все правильно. Вот дверь. А... Видимо, раз. Нет, не то. Как сложно-то с вами. Так, что еще тут было? Дверь. Дверь поставить. Раз. Ну-ка. Дверь, ставься, пожалуйста, твою мать. Ладно, не хочешь ставиться, не ставься. Так, это у нас... Типа стены, наверное, я не знаю. Дверь может ставиться только в таком случае. Понятно. И дверь у меня всего одна, нет, две. Хорошо. Дальше что мы еще имеем? А, просто дерево. Песок. Земля. Деревянные планки. Но их тут не было, по-моему. В этом доме. Поэтому даже не знаю. Эти еще остались. Во. Что тут еще было? Была кровать. Был факел вот этот. Ну, вроде все. Ну, конечно же, песочка. Не песочка, а вот этого вот. Мосси платформ. Что это такое? Что это за платформа такая? Непонятное.
Так, песочек, грязь. Давайте грязью залепим. Нет, не будем грязью залеплять. Нафиг нам это надо. Грязью у нас залеплять есть смысл где-нибудь вот здесь. Даже, может быть, не грязью, а камушком. Кстати, давайте сделаем себе нормальное убежище. Нормальное человеческое убежище. С каменным потолком. И стенами. Во, здорово. Немножко подровнять пол. Сразу стало холодать без печки. Сделаем небольшой рестайлинг нашего помещения. Воу, сразу так темно стало. Сейчас исправим. Так, вроде бы... Да, сюда. Черт! Это был не камень. Вот. Да твою мать. О, ладно, хер с ним. Короче. Нам нужно больше камня, как я понимаю. Для того, чтобы обустроить свою пещерку. Кстати, давайте сделаем проход вниз. О, тут уже природная пещера есть, клёво. Оп, отлично. Тут нам понадобится факел, по-любому. И копаем. Нужно много камня. И еще мне нужна металлическая руда, естественно. Было бы очень здорово. Кстати, меня немножко беспокоят вон те граждане, которые около моего убежища тут копошатся. Довольно угрожающий у них вид. Сейчас мы с ними что-нибудь сделаем. Так. Опа. Круто. Супер. Так, а как же мне тогда сделать такие штуки, чтобы можно было... Чтобы можно было прыгать по ним? Вау, он в мой дом зашел. Ну-ка, пошел отсюда, сволочь. Твою мать. Они мирные, да? Но все равно. Они мне не нравятся. Мне не нравится, что эти твари. Ах ты, мать твою. Копошатся около моего дома. Черт возьми. Черт побери. Так, ну. Ну, отобрали нифига себе сколько. Отобрали целых 300. Пикселей, негодяй. Так, хорошо, что у меня тут есть? У меня тут есть печь, у меня тут есть кровать. У меня тут есть костер. Так,
Дальше что у меня тут есть? У меня несколько костров, что ли? У меня есть камни, которыми я могу более-менее замостить свою пещерку. Ну, вернее, свое убежище. Естественно, это убежище, а не пещерка. Как вы могли подумать такую глупость? Оп. Давайте доделаем пол нормальный в своем убежище. Вот. Вот более-менее нормально. Хорошо, что у меня еще тут есть? На входе надо поставить эту штуку, чтобы освещало. Костер мне не нужен. Ух ты, стимпак желтой жидкости. Уголь 20 штук. Вот эту хрень, я не знаю, наверное, удалить надо. Мясо. Давайте мясо приготовим, что ли, я не знаю. О, не готовит мясо, прикинь. А как я готовил мясо? На костре, что ли? Точно. На костре. Так, тем временем у меня... О, кстати, крафтинг тейбл у меня здесь. Тем временем у меня закончились... сами знаете что, сами знаете кто. Бинты у меня закончились. Мне нужно больше волокон растительных, да, получается, чтобы делать бинты. Но этим мы, скорее всего, займемся в следующей серии. Сейчас я себе, наверное, дверь сделаю. Вот. Дверь. Ты где? Вот она, дверь. Опа, все. Теперь у меня как в лучших домах Европы. Хе-хей. Что ж, давайте увидимся с вами в следующей серии. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. В следующей серии мы будем добывать железную руду. О, какие-то опасные твари на меня напали. В общем, увидимся. Всем пока-пока.